Здорово, братишки! Именно так я приветствую зрителей на своем канале. Здесь я буду снимать различные туториалы на тему дизайна на Android. Также вы можете заказать у меня работу. Вот примеры. Если вам интересна данная тематика, прошу перейти на мой канал, подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. На этом у меня все. Приятного просмотра! Всем привет, дорогие друзья, это новый выпуск по Clash Royale. У меня сегодня, ребят, очередной новый буст. Сегодня я вам покажу еще одну классную колоду, покажу онлайн-атаки и доберемся до 10 арены. Ребят, я этот буст начинал делать с 2300 кубков, то есть с 8 арены. Поэтому хочу задать вам такой вопрос. Интересны ли вам атаки на таких кубках? То есть, ну, я не знаю, сидит еще кто-то на 8 арене, нужны вам тут какие-то колоды? Потому что, ну, в основном я знаю, что люди сидят на 3000 плюс кубков. В общем, пишите в комментариях. Но я в этом сомневаюсь, что они нужны. Но сегодня мы все равно сделаем 3 победных атаки, сделаем 10-ю арену. Я вам сейчас покажу колоду. И, ребят, давайте набираем на этом ролике 2000 лайков. И вы в комментариях просите, какую хотите видеть колоду и на какой арене. Я обязательно по этому поводу запишу ролик. Осталось, ребят, мне 3 победы сделать и будет 3000 кубков. То есть 3 победных атаки. Итак, ребят, колода. Колода выглядит следующим образом. Стоимость ее средняя — это 3-1 эликсир. Если у вас сразу появится вопрос, а что, чем заменить, вот постоянно меня спрашивают. Ну окей, бревно вы можете заменить, допустим, запом. Громовержца, ребят, ну не знаю, громовержец здесь не основная карта, но ее можно заменить любым ДПС юнитом, допустим, мушкетером, допустим, инферно. То есть смотрите уже сами, если у вас нету громовержца. Я знаю, что тут еще принцесса есть в этой колоде. Ну, знаете, да, несколько вариаций такой колоды. То есть состав деки можно менять. Основные карты, ребят, здесь — это шахтер, гоблинская бочка и яд. То есть это основные карты, на мое мнение. И эта дека очень популярна на таких кубках. Не знаю почему, но я вот делал буст и очень много встречал противников именно с гоблинской бочкой. Поэтому не знаю, я тоже взял, составил, я ее сам составил, не копировал ни у кого. Поэтому будем играть вот такой колодой, прокачка у нас неплохая, турнирного стандарта, поэтому у нас все получится. И также, ребят, эта дека не только для 3000 кубков, она еще подойдет и для 4000, ну то есть 4000 плюс. На 5000 вряд ли она будет тащить, но дека реально годная. Поехали, покажу, что она умеет. Итак, 11 уровень подбирается, весело будет, потому что, я думаю, прокачка у него почти максимальная будет. Но я уже ничему не удивлюсь, поэтому не буду бомбить из-за прокачки, не буду вообще бомбить сегодня. Надеюсь, что все будет окей. Давайте армию скелетов бросаем. Так, тут бревнишко подкинем. Окей. Так, сейчас согреться ледяной маг на вышку, мы бросаем миньончиков и закидываем шахту. Закидываем шахту, отлично. Так, гоблинская... Ну вот, о чем я говорил, ребят, гоблинская бочка летит. То есть я не знаю почему, но здесь много кто играет с гоблинской бочкой. Армия скелетов. Так, ну смотрите, смотрите, это старая добрая связка 3 миньона плюс шахтер. По сути, ее уже научились контрить, но как-никак я 500 хп оставил именно 3 мухи плюс шахтер. Тут грома кинем и, наверное, будет рыцарь. Наверное, будет рыцарь, да. Так. Значит, гоблинская бочка. По сути, нам бревно надо не тратить на разный деф. Но, блин, если вы умеете пользоваться своими картами и контрить гоблинскую бочку, то, в принципе, можно тратить бревно на банду гоблина, на армию скелетов. Но желательно понимать, как вы будете дефать следующую там комбинацию и понимать, какой будет ход от противника. Я вот, например, знал, что сейчас будет гоблинская бочка, поэтому тремя миньонами забираем. Закидываем снова шахтера. Я, по идее, предполагаю, что будет армия скелетов. И, значит, закидываем... Нет, нету. А, вот она. И закидываем, значит, poison. Все. Тут останется сейчас, я не знаю, ну, 100 хитпоинтов, может. Я не знаю, сколько четвертый яд бьет. Наверное, 200 с чем-то урона. Ну да, так я, как и говорил, 100 хп остается. Так, тут мы выбросим рыцаря, наверное. Сагрим рыцаря на своего рыцаря. О, отлично, он потратил бревно, думал, что будет армия скелетов, потому что я два раза подряд выбрасывал армию скелетов, но в этот раз я сделал по-другому. Соответственно, мы его развели на бревно. Так, давайте тут армию скелетов, потому что бревно уже потратили. Можем смело контрить армию скелетов. И у нас остался в запасе, осталось в запасе бревнишко. Так, смотрим, стоит ли нам юзать бревно или нет. Ну да, да, стоит, гоблинов не убили. Обидно, конечно, что бревно сразу не заюзал, долго думал, так бы вышку добил. Ну хотя не суть, тут осталось 100 хп добить, это один яд кинуть, либо вот сейчас шахтером громом контрим бочку. Все равно не получается так, чтобы не получить урон. Предлагаю потихоньку плавно переходить на правый фланг. Агрится вышка на моего рыцаря, бросаем гоблинскую бочку плюс яд.
Блин, наверное, рано я выбросил яд, так бы надо было подождать армию скелетов. А, так он все равно выбросил армию скелетов. Окей, смотрите, шахтер, а, у него еще стрелы есть. Но, 769 хп, ребят. Давайте тут бревнишком контрим. Ну, в общем, ладно, забиваем на левую сторону, давайте добьем правую, потому что, ну, все-таки мне кажется, что он как-то добьет ее. Давайте, poison плюс бочка и рыцарь, и, в принципе, все. Он снес меня слева, и я в то же время забрал сразу же справа. Итого, бой заканчивается со счетом 2-1. Было изи, вообще не напрягался, мне интересно играть этой колодой, и надеюсь, что вам будет тоже. Блин, как мне повезло, что прокачка хоть более-менее, реально, ну, турнирного стандартно. И не перекачан игрок, и неплохо прокачан, то есть меня все устраивает. 9 уровень подбирается, отличный баланс, предыдущий бой с 11-м, сейчас с 9-м. Да, конечно, тут настолько разные игроки, что не знаешь, чего ожидать. Блин, у нас сейчас такой цикл карт, что, ну, жалко сливать какую-то карту. Потому что, ну, был бы шахтер, допустим, мы смогли бы сразу пойти в атаку. Но мой противник прям вот настроен серьезно, я так понял. И, ну, в общем, я не хочу сидеть 2 минуты. Наверное, выброшу все-таки миньончиков солью. Ну, блин, ну как он меня бесит. Тут бесят такие противники, которые сидят и ждут первый ход. Вот реально это бомбит. Так, ну сейчас прояви инициативу. Фух, я думал он АФКшит и, блин, бой будет неинтересным. Отлично, он выпустил колдуна слева, давайте забрасываем. Отлично, как мне нравится, когда контрят армии скелетов, забрасываем яд и смело. Вау, ребята, получается сносить вышку? Серьезно, я думал он сейчас миньонов там, а ведьма не законтрит. А нет, не снесли. Ну, все равно, за один заход 540 хп оставить, это хорошо. Тут мы грома кинем. И, блин, как я вовремя выбросил громоверца, наклон спел. Ну, как бы вовремя, ну и как бы я вышку теряю. Да, не просчитал я немножко. Хотя нет, смотрите, не теряю, 3 хп остается. А 3 хп, ребята, это, я вам скажу, еще нужно добить. По-любому, стрелы бросать, либо бревно. А в случае с нашей колодой, это очень полезно выманивать какие-то карты. И чтобы заставлять противника тратить спылы. Шахтера на правую сторону. И давайте гоблинскую бочку на сборщик. Если будет армия скелетов, яд. Отлично, бросаем яд, все, забираем сборщик эликсира. И добиваем вышку. Нет, не добиваем. 101 хп остается. Противника пригорает, потому что ему жалко, он сборщик эликсира мне отдал. И я так хорошо его задефал, мне аж самому понравилось. Так, тут миньончики, и что теперь? Сейчас будет минута, точнее, да, удвоенный эликсир будет. Ну не знаю, я предлагаю переходить плавно на левую сторону, чтобы не добивать правую вышку и не активировать тем самым главное здание. Голем, стоп, а чё он пошел по правой стороне? Там же 3 хп осталось. Или он уверенный в себе и пойдет на трешку? Да, ребят, он забивает и на деф, смотрите, он так уверен, что сделает трешку, что я не знаю, мне аж самому страшно становится. Ну ладно, давайте здесь громоверца, тут яд кинем. Так, теперь самое главное сейчас не затупить, а то я весь бой делал, все классно, а в конце сейчас просто на трешку пропущу. Вроде бы задефали основной урон, который должен был пройти, тут армию скелета выбросим, блин, миньоны не вовремя, тут гром. Так, осталось две мушки и две летучих, короче, 4 мушки, так, тут шахтера. Все, в принципе, мы задефали, осталось 100 хп, добьем, неважно, ядом, бревном, гоблинской бочкой, все подряд туда бросаю. И он снова ставит голема, но, дружище, за 5 секунд ты не успеешь. Все, ребята, победа. Итак, сколько нам дадут кубков? Плюс 29, окей. Изи каточка. Осталось нам, ребята, 15 кубков. Впрочем, идет все хорошо. Мне нравится. Поехали. Последняя каточка. Надеюсь, она будет такой же легкой и такой же, блин, крутой. Удачи. Хорошо. Так. В принципе, да, в эту деку еще бы не помешало закинуть Инферно. Потому что, ну, это мне повезло, что противник прошлой атаки затупил и пошел на трешку. Это его проблемы, я же в этом не виноват. Но если бы противник нормально сыграл, он бы по левой стороне атачил меня. Так, давайте тут 3 миньона. И мне бы было трудно законтрить и атачить. Поэтому Инферно сюда можно взять. Но нужно подумать, вот вместо чего. Так, давайте тут громоверца. Это шарик. И забрасываем гоблинскую бочку. Вот. Также, ребят, пишите в комментариях, какие вы хотите видеть колоды на моем канале, на каких аренах. И я обязательно буду по вашим комментариям составлять деки, потому что... Ну, многие в личке просят, чтобы я составил колоду, но каждому я не могу... Давайте
Отлично. Каждому я не могу составить индивидуально, потому что вас слишком много, но вот ваши комментарии и чаще задаваемые запросы, я, конечно, пытаюсь вам исполнить их, потому что, ну, колоды просят много людей. Так, закидываем шахту имени... Ой, ребятки, затупил. Вот плохо слежу за атакой, и знаете, в чем моя тупость? В том, что я выбросил 3 миньончика, сейчас пойдет шарик, а чем мне его контрить? Ну да, громовержцам, в принципе, но все равно... Если что-то еще к шарику пойдет, вот как сейчас ночная ведьма, мне будет в два раза сложнее задефаться. Давайте армию скелетов, чтобы не слили моего грома. И стоп, а как? Все равно слили. Блин, ладно. Шарик одну тыку делает. Был бы он 6 уровня, сделал бы 2 тычки. Так, тут у нас рыцарь, и я думаю, этого будет достаточно. Все, в этот раз миньончиков я буду стараться не использовать. Оставлю их на шарик. Итак, давайте закидываем гоблинскую бочку на вышку и смотрим, что будет. Будет банда гоблинов. Я сейчас, ребят, постараюсь сыграть очень аккуратно. Не буду тратить эликсир, ну то есть не буду сейчас поизон закидывать, потому что могу сейчас пропустить одну атаку и все, и дальше будет сложно. Все, вот видим, да? Миньончиков не потратил, и слева, смотрите, осталось 196 хп. И задефался вроде нормально. Тут мы рыцарям будем отвлекать. Так, тут армия скелетов. Так, забивать налево, слева на рыцаря или нет? Нет, наверное, буду контрить, потому что рыцарь может снести полвышки. Снова миньончики, и там осталось 196 хп. Так, стоп, стрелы я не ожидал. 196 хп, закидываем яд, я думаю, самое время закидывать яд, и все. Я надеюсь, что это победа. 20 секунд, я думаю, что он уже не успеет до шарика прокрутиться, а даже если и успеет, то я думаю, что за деф, хотя стоп. Тут рыцарь, тут армия скелетов, 10, все, да, у меня есть миньоны. Блин, рано их выбросил, наверное, сейчас будут стрелы. Но все, 5 секунд. Unreal, победить. Ну все, буст завершен, в принципе. Я думаю, что за него 15 кубков дадут. А у него, смотрите, 2999 кубков. То есть ему одного трофея не хватало до новой арены. Ну что, победа, ребят. 10-я арена готова. Можете поздравить заказчика, если кто-то хочет. Ух ты, я не знал, что тут какая-то лего есть на этой арене. А, ну это ж мега рыцарь, точно. Ну что, ребят, я надеюсь, вам колода подойдет. Колода интересная, крутая, актуальна еще на этих кубках и даже на 4000, я думаю. Можно составить разные связки. В общем, если вам зашла, то пишите в комментариях. Если колода не подошла, то также пишите в комментариях, какую вы хотите деку. Ну и я буду для вас их составлять. Подписываемся на канал, ставьте лайки, не забывайте включать колокольчик, чтобы не пропускать мои новые выпуски. Желаю вам удачи, удачных сражений и до новых встреч. Всем пока. Раз.